Вы узнаете их из тысячи по значку и удостоверению. По блоковским квартирам отправились члены участковых избирательных комиссий. Нет, они не агитируют за какого-то кандидата. Они рассказывают о том, что 18 марта нам предстоит выбрать президента на 6 лет. И чтобы эти активные граждане знали, что именно им необходимо донести до блоковцев, семинар для них провел сам председатель избирательной комиссии Саратовской области Владимир Писарюк. Мы, конечно, реалисты, поэтому мы не надеемся, что у нас все 100% граждан путем подомового и квартирного отхода будут охвачены. Это нужно понимать, так кто-то откроет дверь, кто-то не откроет дверь. При этом опросы показывают, что жители Саратовской области достаточно высоко информированы о предстоящих выборах. 97% наших земляков знают, когда, кого и на какой срок мы выбираем. В связи с этим мы, чтобы все, опять-таки, все партии понимали это, мы не несем агитацию. Не несем агитацию, этим пусть занимаются те люди, которые являются доверенными лицами того или иного кандидата и так далее, и так далее. Наша задача – а. пресекать незаконную агитацию, и б. это информировать граждан о порядке голосования и времени голосования. Информирование граждан о выборах будет проходить в три волны. Первая расскажет о том, что проголосовать можно по месту нахождения, причем подать заявление о фактическом месте голосования можно через портал госуслуг и через многофункциональные центры. Вторая волна – это приглашение граждан на избирательные участки. Ну а третья еще раз напомнит про выборы и про необходимость прийти на свой избирательный участок 18 марта. И все это должны рассказать жителям городов и сел члены участковых избирательных комиссий. Владимир Писарюк, как человек опытный, рассказал участникам семинара, как они должны выглядеть. Наличие удостоверения и наличие значка. А также о том, что им достался не самый сложный город в плане информирования о выборах. Здесь никого не будут, так сказать, спускать с лестницы за принесенный буклет. Не думаю, что даже в Заводском районе похоже, потому что там пожестче все. Но тем не менее проходили все дворы, проходили дома, проходили, общались и так далее. Видеокамерами на предстоящих выборах будут оснащены 625 участковых избирательных комиссий Саратовской области. Не все 625 избирательных участков. Три участка, больше половины. И плюсом к этому все территориальные избирательные комиссии тоже будут снабжены видеонаблюдением. Значит, 276 у нас с вами КАИБов будет стоять на территории Саратовской области. Но все, за исключением как раз участков с КАИБами, все участковые комиссии будут снабжены новой формой, это QR-кодами, да, при выведении протокола. Владимир Писарюк обратил внимание, что нельзя допускать нарушений во время выборов, потому что наблюдатели от различных партий, которые будут работать на избирательных участках, обязательно заметят даже самые малейшие нарушения.